Если говорить о SuperTaus, она появилась после моей поездки в Тегеран. В Иране я познакомилась с суперсахрабом. Это супергерой и альтер-эго сахраба Кашани, который художник, куратор. У него есть как бы очень много разных практик. Но его супергерой, он не... ничего не может, условно, у него нет никаких суперсил. Ему постоянно что-то удается, не удается, он только носит костюм супергероя. И мне кажется, что это такой красивый был образ, и до сих пор, в общем, он является, просто маскулинности, приближенной к реальности, да, где супергерой не является воплощением страны, не одет в цвета определенной страны, его суперсилы не связаны никак с военным комплексом, будь то там, не знаю, рентгеновское видение или какие-нибудь лазерные пули из рук или что там бывает. И это было такое какое-то удивительное освобождающий элемент, когда я поняла, что как бы ты сам можешь продуцировать этих людей, которые с какими-то вещами справляются. Справляются намного легче, чем, например, справляешься ты. Вот, например, у меня даже есть в мастерской такая вот ее уменьшенная копия, которую мне подарили мои девочки, в общем, моя студия. Я не помню, на день рождения, мне кажется, мы можем ее где-нибудь здесь посадить. Она живет параллельной жизнью, она живет в Дагестане, у нее есть семья, она закончила педагогический университет, то есть такое классическое как бы женское образование, работает в детском саду, и с одной стороны это такая параллельная жизнь, которую вроде бы я должна была бы прожить, вот, ну, в общем, я живу какую-то другую, да, но при этом она ее живет, то есть при этом, может быть, я все-таки ее проживаю, или она существует, чтобы, не знаю, у меня была какая-то свобода, или я существую, чтобы она могла прожить ту жизнь, которую там должна. То есть у разных художников, у них есть разные отношения со своими альтер-эго. Кто-то появляется в минуту кризиса, кто-то все время существует, кто-то скачивает как бы свое второе «я», там, не знаю, из космоса. А в одних отношениях твое альтер-эго не помнит, что делаешь ты, в других у вас как бы одно и то же сознание, и каждый знает, что делает другой. Она напрямую связана с тоже с цитатой Ханны Аренд, что «в темные времена у нас нет другого выбора, кроме как стать источниками света, не знаю, или какого-то свечения. И для меня вот это как раз такой момент перехода, момент... потому что она появилась тоже в момент какой-то такой очень сильной печали, очень сильной печали, связанной с беспомощностью. Беспомощностью в каком-то в рамках широкой политической картины, которая существовала там на тот момент. Вот, то есть она тоже такой как бы способ эту беспомощность преодолеть. Сомнения стали частью методологии. Очень важно пройти путь в каждой работе. Очень важно не остаться с первой идеей. Ты можешь к ней вернуться, но путь ты все равно обязательно должен пройти. Вот. И, то есть это не переплыть через Босфор. Иногда нужно пройти вокруг всего моря, вот, чтобы попасть на другую сторону. Наверное, какие-то вещи очень важные, которые сформировались, это взгляд со стороны, который... то есть важная вещь, которая была во время учебы, это conveners, где ты представляешь свою работу, рассказываешь о ней, и тебе дают фидбэк там 30 человек, студентов первого, второго, третьего курса и преподаватели. Преподаватели обычно молчат. И как бы и особо жестокие бывают третьекурсники, потому что они понимают, что в этой жестокости в ней содержится зерно потенциального прогресса для человека, с которым как бы это происходит. И как только ты слышишь на этом первом обсуждении миллион вопросов, о половине из которых ты не подумал, ты уже начинаешь совершенно по-другому подходить к своим проектам. Ну, то есть этот путь вокруг
да, а не просто переплыв, он, как мне кажется, присутствует у меня в каждом проекте. Ну, один, там, не знаю, из последних проектов, который я очень люблю и который сейчас показывается на выставке во Фризмюзеем в Нидерландах и будет там еще... Сейчас я посчитаю. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 10 месяцев, кажется. И это, кстати, удивительно, на самом деле, что ты делаешь что-то, что проживет не 3 месяца, а какую-то выставку, а практически год. И этот проект, он, это был коммишн, центр Ярат Бакинского, где была моя подруга куратором на тот момент, Суад. И это такая большая инсталляция, посвященная цирку и посвященная моим каким-то отношениям в цирке, потому что, ну, я хотела быть в детстве клоуном, и вообще для меня это какая-то такая очень игривая площадка для того, чтобы показать какие-то узлы. Узлы в человеческих телах, в психологических телах, в политических телах, в среде и так далее. Это была огромная инсталляция, она была как будто такой рисунок в пространстве, как будто, или даже какие-то раскопки, то есть какие-то косточки того, что осталось, скажем так. Были костюмы, которые сделала нам дизайнер «Паника деревья», которые невозможно было одеть, не знаю, костюм, гигантские штаны, там, трехметровый клоуна, костюм, я его называла «Человек-дискобол», который весь инкрустирован такими треугольными зеркалами. Потом были истории. Было аудио, написанное Сашей Снегиревым, фантастический писатель, очень люблю с ним работать, мы сейчас сделаем как раз еще один проект с ним. И Саша написал такие 10 новелл цирковых. И одна новелла посвящена, например, буфету цирковому, где все сделано из нефти. Сахарная вата из нефти, мусс из нефти, который, если не хотите есть сейчас, можно забрать домой и нанести на лицо и на зону декольте. То есть это все такие какие-то фантазии, связанные и с будущим мира, связанные с какими-то кавказскими реальностями. И, может быть, любимый пассаж, который я часто цитирую, это «Цирковая пирамида», которая состоит из двух слонов. Сверху стоит бухгалтерша-силачка, одной ногой на одном слоне, другой ногой на другом. Сверху клоунесса, сверху канатоходка, сверху директор цирка, сверху жена директора цирка, сверху дочь директора цирка, сверху муж дочери директора цирка, бывший монтировщик сцены, повышенный до конферансье, сверху торт, сверху роза, на розе муха в серебряном плаще. А всю эту пирамиду поддерживают хомячки на серебряных колесницах, серебряных шлемах. Вот такая у нас устойчивая конструкция. И ты понимаешь, что как бы в этой пирамиде есть и цирк, есть и, там, не знаю, семейные отношения, все венчает муха, и все в принципе не очень стабильно, потому что там хомячки. То есть там как бы и все вот эти истории, они такие. И они были записаны 9 голосовыми актерами. То есть ты заходишь, и ты попадаешь в какое-то такое странное пространство фантазии, магического реализма с каким-то цирком, где, не знаю, ты можешь превратиться в животное, ты можешь стать кем угодно, ты можешь съесть нефть, ты можешь быть, не знаю, жонглером бронзовых слонят и так далее. Вот, то есть вот такая какая-то история. Если говорить про развитие этого проекта, обычно моя методология включает, ну, понятно, это какой-то исследовательский визит. Ты приезжаешь, со всеми разговариваешь,
В общем, не знаю, там в Баку я ездила на какие-то туристические места, разговаривала, собирала какие-то байки таксистов, ходила в какие-то музеи, там, не знаю, и потом идет какой-то этап исследования, когда в моей мастерской или у нас есть исследователь на аутсорсе, готовят какой-то материал по, там, не знаю, косметике из нефти, по там, истории кукольного театра бакинского, по истории семьи, у которой жил лев, который снимался там, помните, был фильм «Итальянцы в России», какая-то, ну, то есть как бы и что цепляется из всех этих, из всего этого пула каких-то первоначальных идей, потом и начинает развиваться. В случае с Баку Кристина ездила на второй ресерч-визит, это моя, директор моей студии, и она, например, нашла удивительные материалы из архива бакинского цирка и брала интервью у директора цирка, замдиректора цирка, вот, потом брала интервью у клоунессы, у члена династии Назировых, которые были очень известные акробаты. И на самом деле я первый раз увидела их в пленке 1967 года «Национальные цирки», которые я случайно нашла в архиве кинофотодокументов в Красногорске. И с тех пор, и причем я нашла, когда делала исследовательскую работу для «Каната», подготовительную. И с тех пор я вот как-то о ней думала. Там были разные цирки из разных республик, и в том числе вот эта как бы группа акробатов, назиров из Азербайджана. И, в общем, мне кажется, как бы, ну, с детства и с тех пор вот что-то вот идет. Знаете, это какие-то течения. Есть течения как бы глубокие, средние, поверхностные. И на самом деле, может быть, для этого очень важен архив, потому что собирая все эти течения, точки притяжения, и понимая узлы, которые ты стремишься развязывать, ты можешь лучше их чувствовать, лучше понимать, что ты пытаешься делать и на каких уровнях в каждой работе. То есть что-то, что для тебя было очень важно 5 лет назад, сейчас как бы поднимается на другой уровень, что-то опускается. И мне кажется, может быть, какие-то изменения последнего времени. Мне кажется, у меня увеличилась скорость путешествия. Скорость путешествия между мирами, в которых и о которых мне хочется что-то делать. Одна из последних работ — это вообще украшение. Но я его называю не украшение, а телесно-ориентированные артефакты по статье моей мамы. Мне очень приятно, что я в чем-то возвращаюсь к ее научному наследию на самом деле, и что у меня есть возможность ее расспрашивать об этом. И это украшение, которое называется «Mining Serendipity», и, знаете, сложно, ну, то есть это можно перевести как такой раскопки случайности или раскопки счастливых совпадений или нахождение счастливых совпадений, как-то так, наверное. Это неподписанный, безлимитный, пронумерованный тираж. И центру, Франц Массериал Центрум, который у меня, который сделал комиссион на эту работу, им было очень важно, что он будет доступным. То есть они его продают совсем не по моим там рыночным ценам условно, с надеждой на какую-то экстра прибыль для себя, но по практически себестоимости. Потому что программу, которую они придумали, она называется Solitude, уединение, и как раз в этот последний год эта программа о том, как получать опыт от искусства один на один, а не через экран. То есть, например, в этой же программе есть работа Норы Турата, и она сделала пазл. Но этот пазл, он стоит не как пазл художника, там, условно, 70 евро, а вот как обычный пазл. И то же самое здесь было важно для центра и для меня в том числе, дать возможность этой работе циркулировать и быть доступной как для, не знаю, там, ассистента, куратора этого центра, так и для, не знаю, какого-то коллекционера, который собирает мои работы. Это может быть просто небольшой показатель того, как мне нравится играться с
принятыми законами художественного мира, рыночного мира и так далее. Это украшение. Туда входит... Я его делала совместно с Mineral Weather, такими замечательными ребятами, Сашей и Аней. Они фантастические ювелиры. Вот. И мы, в общем, очень долго с ними все это делали. Все это было в Зуме, потому что я была не в Москве. И у нас получилась такая сегментная цепь, как такие паучьи лапки, и 7 кулонов. И каждый кулон посвящен определенному чувству, которое будет важно в будущем или важно сейчас. Например, там есть кулон, который называется «Компас морфического резонанса», «Morphic Resonance Compass». И он основан на идее Руперта Шелдрика, потому что он как раз написал книгу о морфическом резонансе у птиц. То есть это, в общем, когда ты знаешь, если ты птица, знаешь, куда лететь, где откладывать яйца, где, не знаю, умирать, зимовать, проводить лето и так далее, без того, что тебе там кто-то это показывает. То есть какое-то внутреннее ощущение, направление. И внутри это такая как бы стеклянный шарик, и внутри там можно открыть и достать такой как бы то ли компас, то ли такая остренькая звезда, потому что в моем понимании это тоже какая-то такая, наверное, способ выбрать свое направление самостоятельно. Другой кулон, который я тоже люблю, он называется «Самородки синхронности», «Synchrocord Nuggets». Это 2 самородка идентичных, что, в принципе, невозможно, на цепочке, и они связаны с таким явлением, как случайный плагиат, «accidental plagiarism», и «steam engine effect», эффект парового двигателя. И это все из разных сфер. Есть еще, мне кажется, несколько названий, вещи, которые описывают, как одни и те же идеи приходят людям без связанного одно и то же время в мире. Ну, то есть, мне кажется, как художники и вообще люди творческих профессий, ужасное слово, да, творчество, вот, им иногда тебе часто приходит идея, и ты видишь, что как бы кто-то уже, она сделана одновременно, и это просто чувствование времени. И это вот как раз то, что вот этот кулон описывает, вот эту одновременность, синхронность чувствования. И то же самое есть у музыкантов, то же самое даже есть и у изобретателей, в общем, это какая-то вещь, которая на самом деле часто повторяется не только в искусстве. И, ну, может быть, еще про один расскажу. Кулон такой квадратный, там такой отпечаток кристаллический. И это отпечаток изображения под микроскопом молекулы, точнее кристалла, который входит в основы всех наших экранов. И он называется, этот кулон, remote synesthesia, дистанционная синестезия. Основана она на зеркальной синестезии. Это когда ты видишь кого-то и видишь, если человеку больно, ты чувствуешь эту боль, потому что у тебя есть вот эта зеркальная синестезия. То есть такая какая-то повышенная, может быть, эмпатия, можно так это перевести. И, ну, а это дистанционная синестезия, мы ее, в общем, придумали. Понятно, что ее не существует, но это вот такое опять синхронность с миром и с какой-то мировой болью. И мне кажется, в последнее время, за последний год, ну вот у меня точно как бы истончилась кожа, и все несправедливости мира чувствуются намного резче. Но мне кажется, поэтому мы видели столько протестов, поэтому мы видим столько людей, которые, ну, не могут не сказать. И это не может как-то не вселять надежду, как мне кажется. Вот, небольшой путь, но, опять же, это маленький какой-то размер. Сейчас, например, мы делаем вообще паблик-арт для такого жилого комплекса, и это гигантские скульптуры минералов несуществующих. Вот, то есть как бы вот когда я говорю путешествие между мирами, это как где-то вглубь, в космос, туда, в общем, сюда. То есть это невозможно, мне кажется, это я не могу назвать, там, не знаю, меня интересует идентичность. Нет, меня она не интересует. Вообще, как бы, на самом деле, у меня даже нет вопроса к идентичности, к чему я принадлежу, к чему я не принадлежу. Есть как бы общая какая-то картина. И слава богу, спасибо, что нам всем становится 30 лет, и все, о чем мы волновались 20, уже перестает быть таким давящим, и все складывается в какое-то общее понимание и чувствование себя, как не расщепленной личности, а как целого человека.
Поэтому вот у меня существует, я не могу назвать какие-то ключевые слова, по которым можно определить мою практику. И мне кажется, даже в моей биографии, которую мы какое-то время назад переписали, мы написали что-то про то, что я тестирую границы, будь то телесные, институциональные, истории рассказанные или полученные каким-то другим опытом, вот, который развивается. И это на самом деле же очень просто. Ну, в моем понимании, я как-то была на лекции Мартина Крида и спросила просто как бы в конце помощь зала, ну, как бы вопрос из зала, спросила у него, типа, а как вот вы понимаете, какую идею делать? Потому что как бы приходит очень много. Он такой, ну, это которая, в общем, такая, типа, занудная, возвращается, остается, типа, как он сказал, it's the one that keeps nagging. Вот, которая все время что-то там тебе как-то вот опять вспомнилась. И мне кажется, что это хороший подход, потому что ты, в принципе, живешь в каком-то таком облаке возможностей, но что-то постоянно там выпрыгивает. И мне кажется, даже этот ювелирный проект, он, конечно, связан, там, не знаю, с количеством времени, которое я провела в Инстаграме, и алгоритмом Инстаграма, который мне подсовывал все время фотографии разных украшений, вот, и мне захотелось просто попробовать эту форму. Мне вообще, в принципе, хоть нравится пробовать совершенно разные формы, и это то, чем я занималась последние несколько лет. Я... может быть, перестала думать с секциями и фрагментами, потому что эта модель мышления мне сейчас не очень интересна. Это как, знаете, это как думать про пруды, дамбы, вместо того, чтобы думать о реках. Вот как бы и все, что я сейчас говорю, это о реках, это о движениях, это об интенциях, это о скоростях, это о том, что заводит другое, и как я могу через свое искусство быть тем же самым, не знаю, там, химическим катализатором, ключом в зажигании, и вот что-то завести, или просто какой-то очень тяжелым чем-то, что падает в какую-то реку, она выходит из берегов и убыстряется. Thank you.